Наступила осень, а значит, пришла пора отправляться за сбором урожая. На данный момент Минсельхозом почти полностью проведены работы по сбору картошки, а овощи собраны на 95%. В этом году лидером по сбору зерновых является Кахемский район, где есть хозяйство, которое соблюдает полностью всю технологию посева. Таким образом, у него Григорий Виктор Зотович средний урожай составляет около 21-23 центнеров сотового гектара. Также у нас лидером является Сыктывкарский район в этом году. По сравнению с прошлым годом, когда из-за отсутствия дождей урожая практически не было, в этом году в Сыктывкарском районе около 22 центнеров с гектара тоже наблюдается. В связи с тем, что весной посевная кампания задержалась на 2-3 недели, работы по уборке урожая идут также с опозданием графика. Но по словам представителя Минсельхоза, это никак не повлияет на процесс сбора урожая. Перед холодами должны успеть в срок. Но тем не менее, у нас все аграрии на полях работают, техника вся работает, запасные части обеспечены. Если возникают проблемы какие-то, то уже приобретают в соседних регионах. По зерноуборочным комбайнам, как вы знаете, у нас через ОМТС «Центрально» в прошлом году было приобретено 7 комбайнов. Сейчас они все распределены по всем районам, где они больше всего нуждаются. В общем и целом, сейчас в Туве задействовано 25 комбайнов почти во всех районах республики. Уборочные мероприятия планируют закончить к 15 октября. Мерген Уюн, Чайхан Дунгак, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.